Никаких версий у нас нет. Он совершенно чистый, кристальный человек. Да, он оппозиционный политик. И достаточно резкие слова всегда говорил и в адрес власти, и в адрес правоохранительных органов, и в адрес, ну так, оппонентов политики. Но такого, за что убивают, для нас это полная неожиданность. Не надо предавать родину. Они, все погибшие депутаты, так сказать, бегали по КПСС, по демократам, по гайдарам, по остальным. Вот результат их деятельности. Страну расстреляли, теперь их расстреливают. Это им аукивается все. Все, что в жизни аукивается обратно. Поэтому не надо предавать родину. Таможня и так уже дает около 40% бюджета. Если там все